Власти Узбекистана планируют ввести уголовную ответственность за проведение никаха без соответствующего документа. Об этом сообщает UPL. В настоящее время разрабатывается документ, предусматривающий уголовное наказание для имамов, которые проводят никах без документа ЗАГСа. Данное изменение должно сократить количество незарегистрированных браков, заявила заместитель хакима Самаркандской области Гавхар Алимова. Имам хатиблар, сизлар ЗАГС худжатни кўрмасдан туриб, турли бойвачаларга шарий никох ўқиб берёётганингизда мана шу. Отметим, что на сегодняшний день практически все имам-хатыбы мечетей уведомлены со стороны властей и категорически отказываются читать никах без регистрации в соответствующих органах. В связи с этим у тех молодоженов, кто создал семью с никахом, но без оформления документов в ЗАГСе, возникают проблемы с законом. Так недавно суд Ферганы приговорил к административному аресту на 7 суток отца жениха, который читал никах своему сыну без оформления документов в ЗАГСе. Ситуацию прокомментировал Нурулло Кары из Ташкента. Он учит, да, комитет, лар, я тебе кил, да, твой, пошли, я сам, да, сейчас твой кил, да, твой, тот, это, за...